Министр юстиции Украины Денис Малюська сегодня посетил Одессу. Примечательно, что поездка почему-то была засекреченной. Ни пресса, ни даже его подчиненные из межрегионального управления о визите не догадывались. Репортер узнал о визите совершенно случайно из своих источников. Нашему корреспонденту с трудом удалось пообщаться с министром и уточнить у него причины такой секретности. Скажите, с чем связан ваш визит сегодня? Проверка работы местного территориального подразделения. Ну, всегда интересно, когда приезжает министр, чего вот прессу не позвали, что это в тайне все. Внутреннее рабочее совещание, ничего особенного. Угу. И как вы оцениваете работу Южного управления сейчас? Плохо. Напомню, что в конце прошлого года территориальные органы юстиции были реорганизованы в межрегиональные, а руководство первых снято с должностей. Южное отделение теперь курирует три области – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую, а также Крым и Севастополь. С нового года его возглавляет ставленник нынешней власти Тимофей Дудин, правда, с приставкой ИО. В ближайшее время местных руководителей должны назначить на конкурсной основе.